Бадди Ли создал свою компанию по скакалкам для тренировок и соревнований. Впервые делаю это упражнение и прям чувствую, что оно работает. Да, коробка не прощает ошибок. Ребята, все, конференция начинается. Ребята, в тот момент, когда мы катались на катамаранах... Классные девчонки. Женщины такие веселые. Давайте. Мы познакомились с очень крутыми девчонками, которые занимаются кондитерством. И они нам пообещали сделать конфеток собственного, так сказать, производства. Очень интересные женщины. Сейчас вас познакомим. А, вот. Уже сидят тут они. Вот эти красивенькие девчоночки, мы познакомились с ними. Вот, катались на катамаране. Посмотрите. Мы сначала вам дегустацию сделаем. Ничего. А потом и хотим ваше мнение. Это трюфелечек, что ли? Да, вот берите, который не раздали. Как он аппетитно выглядит. А дальше вы потом придете, заморозите в морозилке у себя. Да. А там есть большая коробочка. А как они холодненькие такие? Так еще из холодильника. Это морозилку берет. Ребята, этот рецепт вы увидите на канале тети Лены. Давайте. Коньячок там чуть-чуть есть. Да? Да. А мы же не пьем алкоголь. А для ароматизации. А пару слов вот, для моей аудитории. Знаете, вот они все спортсмены у меня в основном, да, там. Значит, для спортсменов есть очень прекрасные рецепты, где нет яиц, где нет муки, где есть очень натуральные продукты, фрукты, кокосовое молоко, все очень витаминное. То, что вам очень понравится. Подписывайтесь, пишите вопросы, мы будем вам отвечать. Да. Да, мы вас любим. Спасибо большое. Мы спасибо рады, что вас знаем тебя. От этих людей чувствуется вот это... Добрая энергетика. Да, добро чувствуется. На самом деле, я там, когда мы на катамаране катались, я закинул удочку просто, вот бы нам конфетку вашу попробовать. Она вообще без проблем, увидимся, сделаем. Вот, пожалуйста. Вот, очень вкусные конфетки. Такие они как... С ума сойти. Прохладненькие такие, шоколадные, вкусные. Ну, а сейчас мы поедем еще покатаемся на катамаране, если вы не против. Ребята, сейчас с этой штангой буду делать, значит, приседания, выпады. Она так на плечах стоит. Тут 50 килограмм у нас, да? 250. Все, смотрим. 50% от одноповторного максимума приседаний за штангой на спине. Угу. Впервые делаю это упражнение и прям чувствую, что оно работает. Поясницу стабильно, живот стабильно. Семь, 10, ставим. Как ощущение? Да, нормально. Вот, ребят, 22,5. Наверху. 3. 3. 4. 5. Хотя, наверное, правая мощнее. Хорошо, максимально прямые. Давай, выше, выше, выше надо еще. Ноги в пол. Во! Вот это хорошо было.
правый вверх. На две. Правый вверх. На две. Правый вверх. Хорошо. Все, спинку натянул. И раз. Два. Три. Поставил, зарядился, отдал. Ну вот, ребят, что было после того, коробка как... не прощает ошибки. Да, коробка не прощает ошибок. Это боль. Это боль, через которую мы прошли. Потому что я знаю, что боль временна, а триумф вечен. А потом я все-таки, ну, Денис Владимирович переставил чуть-чуть пониже. И нужно было запрыгнуть еще раз, чтобы, ну, психологически этот момент уже пройти. Потому что... ну, уже была боязнь, что я вновь ударюсь, и нужно было вот этот барьер перейти, и я его перешел. Ребята, всем привет. Значит, сейчас будет у нас аудиоконференция с самим Бадди Ли. Я думаю, что этот человек не нуждается в представлении, вы все знаете его. Я вам уже рассказывал о Бадди Ли. Бадди Ли занимался борьбой, греко-римской борьбой, участвовал на Олимпийских играх в Барселоне. Он выполнил упражнения по прыжкам со скакалкой в 24 странах по телевидению, перед мировыми лидерами и на показательных выступлениях NBA. Бадди Ли создал свою компанию по скакалкам для тренировок и соревнований. Чтобы прыгать круто, нужна и скакалка крутая. Вот эти крепления только от Бадди Ли. Бадди Ли Аэроспид. Значит, сейчас будем договариваться о сотрудничестве. Я в России буду представлять его бренд. Буду, значит, его здесь о нем рассказывать. Буду показывать, как используется данный тренажер. Бадди Ли написал. Call me, please. Позвоните мне, пожалуйста. Он говорит. Call me. Listen to the radio exercise. To clean clothes. Нету. I never listen to the radio in the car. Go to the gym every day. And see you next lesson. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Дома неохота сидеть за ноутбуком. Немножечко это. Подрасслабился я все равно в изучении. Ну ничего, наверстаем. Ребята, все, конференция начинается. Can you hear me? Yes. So who am I talking to? Там русский же друг есть. Oh, they speak Russian. Yeah. Just a minute, please. Здравствуйте. Здравствуйте. А можете сказать Бадди, чтобы он посмотрел, как я прыгаю? Я с тренировки, у меня скакалка с собой. Я ему просто пока покажу. Бадди Ли. Аэроспид, yeah. Аэроспид. Yes. Видно? А? Видно? Аэроспид. The body leads down. 11 victory, 1 loss, 6 win by knockout. Professional. Вот это Михаил, мой товарищ. Hi, buddy. Nice to meet you. Okay, this is Olga. She's speaking English, Russian. She's Russian speaking in Latvian. What are you interested in? So maybe you can say really quick because I don't have much time. We have about maybe 15 minutes. Олег, понимаю, данный продукт неизвестен, мало известен в России. Сергей пытается развивать, соответственно, бокс, у него свое направление, но ему очень нравится скакалка, он может ее просто вводить в рынок, мягко скажем так, интродюс сделать. Да, у нас канал с большой аудиторией. Сейчас у нас 60 тысяч подписчиков, и мы идем параллельно с карьерой спортивной Сергея, показываем как раз его боксерский путь. И вот нам интересно продукт Бадди Ли, потому что Сергей непосредственно получает удовольствие от него, как от хорошей скакалки. Хочу попробовать все его скакалки. Нам интересно сделать персональные скакалки, на самом деле персональную линейку, если такое возможно. Bodily the brand, of course. Cooperation, for example. Bodily is the best brand. Bodily, everybody knows Bodily, but Sergey is the face of Bodily Road. One brand, we can make line for Sergey. We can make line for different people. Так он уже упомянул, что это будет распространяться для спортсменов, как отдельный вид вот этих скакалки, но за этим должно стоять лицо. В данном случае может выступить Сергей основным лицом. Ну и
вы можете стать партнерами BodyBuild бренд России. Сергей, no problem. You're a sportsman like me. Сергей, как ты спортсмен? I was sportsman first. Я всегда был спортсменом. And then when I finished, I become world champion, потом, national champion, and I have to find a way to make a living. А потом нужно... My dream is to support athletes around the world. Мои ноги, как у Мухаммеда Али, стали, когда я начал использовать Body Lee. Yeah, yeah, no. Okay. So the goal is to sell. We will make the brand Body Lee. We must keep Body Lee. And then we make the package with Sergey. Yeah. Okay. But this is good for you, Sergey, because you can start with rope, and we can create gloves, and we can create rope package for you. Могут потом дальше делать перчатки, делать какую-нибудь совместную упаковку с твоим брендом уже. Очень много спросов по поводу этого тоже. И для меня большая честь представлять ее в России. Сергей, when you finally get what you've been wishing for, then you must be ready for it. Because this jumbo business is real. It's bigger than you think. And because of COVID-19, people must exercise in their homes. Motivation. Yes. And you are also the example of fitness and good health and strong immune system. This is why people must jump. Да, да. А вы спрашивали у него, он видел мои два урока на Ютубе, то, что я с его скакалкой обучал людей? Yeah, I saw the YouTube, I saw it. I didn't look clearly, but... Я людям... You must learn the body lean system. И вам нужно выучить систему body lean, понимаете, систему. Ну да, я понял, да, есть. Скажите, это возможно, чтобы сам Body Lee меня обучил этому? Yes. We think about how we work, what we can do, and you think about what you want to do with me, and we agree. So we'll work to help you to become successful, Sergey, in boxing and in business. Yes. Boxing, this is business. Yes. This is business, so right. And so when you get very rich like Floyd Mayweather, Yeah. You must make me your right hand man. He wants to shoot from the Scoosh screenshot. Yeah. Buddy Lee. Thank you, buddy. Nice to meet you. Thank you. I see you. Ребята, очень надеюсь на вашу поддержку, очень жду ваших комментариев по поводу этого. Я очень хочу, чтобы вы были заинтересованы в том, чтобы мы с Body Lee развивали эту тему в России, чтобы лучшая скакалка была здесь. На лучших скакалках я не прыгал, вы уж мне-то уж поверьте. Я хочу сказать, чтобы каждый из вас просто написал свое мнение в комментариях по поводу этого. Интересна ли вам эта ситуация, потому что если она будет интересна вам, соответственно и нам с Body Lee она будет интересна. Всем спасибо, ребята, за просмотр данного выпуска. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, который в будущем оповестит вас о новых выпусках. Всем спасибо, ребята. Я вас всех обнимаю. Всем спасибо. Удачи!